Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» вместе с жителями Одинцова почтили память защитников Отечества у мемориала «Славы с вечным огнем». Митинг был приурочен к 80-летию контрнаступления советских войск в битве за Москву. Руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев сказал в своем выступлении, что контрнаступление советских войск в битве за Москву переломило ход войны. Враг стал отступать. За это бойцам Красной Армии пришлось заплатить своими жизнями.